Приветствую, уважаемые друзья-подписчики. Это взлетные полосы аэропорта Лейпциг ГДР. Приветствую тех, кто по воле Ютуба попал сюда. Полюбуйтесь на весеннюю Германию с крыла самолета, точнее, из кабины АН-124. Вот это мелкие поля германских единоличников. А желтенькие лоскутики – это цветущий рапс. Летим с юга и четвертым разворотом на восток. На руках. Оно да, хорошо, окей. Идут перебалансировки. Курс 5-0. Боковые 2. Закрыл 15 вообще. И снижаемся 3000. Здесь это ходом глиссада, боковые 1-2. Поворачиваем. Да, поворачиваем. Потихонечку. Планочка пошла. На, блин, тайм. А это вот один из, наверное, самый крупный химический комбинат в Европе, недалеко от Лейпцига и от города Халле. По-русски мы его зовем Галле. Там учился Ломоносов. Поворачиваем четвертый разворот на восток, как раз над этим комбинатом. Сейчас.
Вы в Лисаде уже. Норма. Норма, бас. Читаем карту. Надо ли делать? На запал. 82 градуса. ВПР норма. 60. 60. Мой обычный зерогат. 6 подавляем. Отлично. Тормозная система. Проверим. Скорости. 250. Система посадки. ИЛС. Время предупреждает, что вон не горят. Не горят. Заходки 25. 25. Выпускается. Заканчиваем карту. Закрылки. 35-17. 35-17 по маску подтвердил. Шарик, шарик. А, посадка, посадка. Рука это реверс. Вертикально. Рычаг на борсу. 0 ПТИ. Высота 300. Высота 300. Перепуск воздуха. Фары. Выпущены, включены. Выполнен полностью. Все, стабилизированный заход, полосу наблюдаем. Можно принять решение. Полосу на курсу наблюдаю, садимся в экипаж. Хорошо. 200 метров. Стоп. 150. Вот здесь вы видите, уже большая толпа собралась, зевак, ну и фотографов. Германский автобан впереди, направо на Мюнхен, на юг, налево на Берлин. 100. Километров 170, 200. Мы уже приняли решение, садимся в 80. 60. Минимум. 45. Глиссада. 35. Опасный спуск. 25, 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Вообще Ан-124 любимый мой самолет. Я всякие люблю, и мелкие, и большие. Ну вот антоновские и Ан-124. Сели. Вот, а я прощаюсь с вами. До скорого. Пока-пока.